Боже, какая женщина. Саша, проходьте, будь ласка. Ой, звідки така краса до нас приїхала? З Києва. А расскажите мне, кто вы по профессии и чем вообще занимаетесь? Работаю сейчас натурщицей в институте дизайна, а в это время вот пока позирую, что-нибудь придумываю прикольное. Новые какие-нибудь песенки. Пишу с детства стихи, сказки, тексты песен. Олександра, а с чем до нас приехали? Ну, специально для этого шоу я написала пародию на песню Натали «О боже, какой мужчина». Это наша любимая с Лилей песня. Расскажите мне, пожалуйста, как ты лично на фронте такой женщины? Ну, ухажеров хватает, но главное найти что-нибудь такое подходящее. Еще нема, да? Песня шоу будет обовязково, я вам гарантую. Да. А чему вы сюда пришли? Який мотив? Ну как, який мотив? Интересно, и хочется выиграть, конечно. Денежку. Денежку, а на что будем витрачати гроші? Ну на что? У меня куча долгов после развода. А мы отправляем вас по зірковому шляху до сцены. Удачи вам. Успехи, будь ласка. Спасибо. Так, Лиля, а что мы тут с тобой стоим? Надо тоже идти в институт дизайна натурщицами. Посмотри, какие формы. Я встыдаюсь, я не могу. Так мы не будем раздеваться. Мы волосами прикроем, и все будет классно. А тут? А там фиговый листочек. Мы не феминистки, в душе же садистки. Мы не лесбиянки, в душе же как танки. Нас не заманят бицепса в банки. Не возбуждает нас грудь волосатая. Членов нас суть не пугает горбатая. Мы часто бывает висим в интернете. На нас вы ведетесь как малые дети. Походкой ковбоя идешь на свидание, рогами сметая все встречные здания. Хорошие стихи. Душа. Предлагаю не шутить относительно этого номера, потому что нас найдут. Я тебя серьезно найду. Там встретит тебя подполковник плечистый. За жабры возьмет свою ручку чистой. Чтоб вы осознали, козлиное племя, как секс предлагать нам в рабочее время. Но только в душе мы не свиньи совсем. Мы всех возбуждаем, даем мы не всем. Тоску есть один лишь только путь. Как Аврора, я хочу заснуть. Может, ой, боже, я умер уже. Я понял, что нельзя ей предлагать секс в рабочее время. Мужчину надо, который хороший такой, дарил, да, который отсидел лет 5. О, где ты, мечты, мужчина? Я буду для тебя сыном. Сыном. Я буду для тебя дочкой. И почкой. Звоночка. Ты, Маша и медведь в одном флаконе. Жду с надеждой принца на балконе. Он придет, разгонит бытовуху. И на дверь укажет Винни-Пуху. Что покажет Винни-Пуху? Порнуху. Театр абсурда. О, боже, какой мужчина. Запнулась. Мы поняли. Там в конце, где-то мечты мужчина. Надо перепеть один куплет. И точка. И точка. Вот. Это точка. Хорошая. Я бы ее пропустил дальше, да? Я бы, да. Не, малюточка зажила у меня, зажила.